Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и мы продолжаем разговор про атмосферное давление, начатый в двух предыдущих роликах. В этом ролике у нас появляется Альберт Эйнштейн. И я не знаю, история, которую я сейчас расскажу, происходила на самом деле, или она полностью вымышлена, но в этой истории достоверно во всяком случае следующее. Известно, что Эйнштейн любил Италию, в том числе за то, что в Италии производятся прекрасные спагетти. И вот Эйнштейн, задумавшись над проблемами теории относительности, сидит над тарелкой макарон и вот так вот медленно втягивает макаронину в себя. И вдруг думает, но как? Как это возможно? Нет, ну понятно, что когда я втягиваю в себя макаронину, я создаю внутри, там во рту, пониженное давление, давление снаружи атмосферное, и вот эта разница давлений каким-то образом проталкивает макаронину внутрь. Но разве это возможно? Разве здесь нет противоречия? И тут нам надо нарисовать картинку на доске. Итак, вот у нас макаронина, вот у нас губы. А какие силы действуют на макаронину? Ну, это силы атмосферного давления. И очевидно, что все они перпендикулярны к поверхности макаронины. Но раз они перпендикулярны, как они могут заталкивать макаронину в рот? Ну, правда, у нас тут еще сила на конце остается. Я ее специально даже вот такой жирной стрелкой изображу. Но неужели эта сила может заталкивать макаронину? Кажется, что она ее скорее загнет вот здесь. Ну да, там во рту есть вторая половинка этой макаронины. Но ведь там то же самое, только силы поменьше. Те, которые перпендикулярны поверхности. И опять же, уже где-то конец там проглочен почти. Тоже есть силы, наконец, но неужели разность вот этих сил заталкивает макаронину? Быть такого не может. Ну и в этом месте, в этом ролике, я хочу сказать, что ответа я давать на этот вопрос не буду, потому что думаю, что вам будет гораздо интереснее поотвечать на него самостоятельно, подискутировать в комментариях под этим роликом. Ну, здесь есть что обсудить, правда? И вроде бы ситуация совсем простая. Так что, ну, я с удовольствием в этих дискуссиях поучаствую, но на равных с вами. И поэтому, как обычно, ваши суждения по этому поводу вы можете писать в комментариях к этому ролику. Да и...